Горные козы, владеющие искусством беззаботного передвижения по отвесным утесам, представляют одно из наиболее захватывающих зрелищ в дикой природе. Но что позволяет им удерживаться на таких неприступных скалах, и зачем они вообще взбираются так высоко? Тайна прочной походки козла кроется в его особых копытах. Узкие, раздвоенные и твердые, они обладают мягкой подушечкой по центру. Когда животное наступает на выступ, подушечка проваливается, зацепляясь за поверхность копытом. Это обеспечивает надежное сцепление с камнем. Сочетание этой устойчивости копыт с отличной координацией движений, врожденным равновесием, сильными конечностями и отсутствием страха перед высотой позволяет козлам штурмовать самые изумительные вершины. В результате они неуклонно восхищают нас своим умением доминировать на высоте.